Доброе уточка, сейчас 4 утра. Первым делом я иду чистить свои губки. Мама говорит, что если не чистить губы, то может образоваться кошачий кариес. А мне кошачьего кариеса не надо, поэтому я чищу их очень тщательно. Иногда у меня выпадает щетка. Стой. Оп, вот, все, поймала. Выпадает, но я ее обратно так вот делаю и хорошо там все почищаю, чтобы остатки вчерашнего вискоса все у меня выплюнулись. Мама говорит, что надо полоскать ротик, поэтому я обязательно его полощу. Потом я играю с ленточкой. Эта ленточка всегда лежит около моего дома, и каждое утро, как тренировочка, я с ней играю, потому что мама хочет отдать меня на гимнастику, потому что она говорит, что я очень эластичная кошка. Опа-на! Это моя добыча побежала. Для того, чтобы мне покушать, мне нужно что-то поймать. А это будет мышка. Обычно она от меня убегает, прячется за домик, под покрывало или среди других игрушек, но сейчас я ее поймала. Пока Скрудж готовит мне кушать, я грызу что-нибудь другое, потому что я очень проголодалась. Обожаю такую вкуснятину. Это жареная мышка. Скрудж ее быстренько пожарил, и теперь мы можем ее кушать. Очень вкусно. Он всегда просит меня поделиться с ним. Если честно, иногда меня это напрягает, потому что я тоже люблю кушать, но это же мой лучший друг. Ладно, пусть немножко возьмет. Обычно он наедается быстрее, чем я, и сует мне хвост в тарелку. Опа, кажется, мышка была галлюциногенная. Мне кажется, что вокруг меня летают какие-то шарообразные пакеты. Я не могу понять, что это такое. Ай, они меня преследуют. Ненавижу, когда так непонятно все. Кажется, мышка была плохая. Точно, мне нужно взять мячик и немножечко с ним поиграть, потому что я переела. Блин, мне так лень. Не пойду. Пора на горшочек. Так, мне кажется, горшочек перевернулся. Ну, я не могу в него теперь... Ладно, схожу так. Ой, кажется, я что-то не то натворила, и мама с папой теперь будут ругаться. Ну ладно, ничего страшного. Самое время заняться спортом. Где мой мяч? Вот он, вот он. Обожаю этот мячик. Вообще это бийная игрушка, но он разрешает мне, потому что он очень меня любит. Непослушный мяч, время убегает от меня. Ой, сегодня так тепло, на солнышке меня размоило, пора купаться в бассейне. Занырнула разочек. Можно и второй. Обожаю воду. Если честно, мне без Билли очень грустно дома. Но когда он приходит со школы, мы начинаем с ним так дурачиться, что мама иногда даже на нас ругается. Он пытается проникнуть ко мне в домик, сует свою мордашку, а я его хватаю. Эта игра называется «Ку-ку». Я должна поймать его двумя лапками. Билли очень веселый, я так обожаю с ним играть, без него очень скучно. А самое главное, что он никогда не устает, и мы можем играть вот так вот с ним целый-целый день. Все вокруг. Мама с папой потом это все убирают, собирают и очень много времени тратят на то, чтобы навести порядок, но нам с Билли все равно. Если тебе понравилось это видео, то ставь обязательно лапу вверх и называй на как котик.